Дальше. Книга Исход, глава 12, стих 14. И да будет вам день сей памятен. Вы должны помнить этот день. И празднуйте в они праздник Господь. Во все роды ваши. Это навсегда. Как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб. Еще раз. Семь дней ешьте пресный хлеб. Опресника. Это опресники. Опресники. Еще раз. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасной в домах ваших. Еще раз. С самого первого дня уничтожьте квасной в домах ваших. Надо сделать уборку. Надо сделать уборку и убирайте все, которые есть квасной в твой дом. Все, которые есть квасной, должны, как сказать, снимать от свой дом. И положите все в мусор. Еще раз. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасной в домах ваших. Ибо кто будет есть, еще раз, ибо кто будет есть квасной с первого дня до седьмого дня, душа та истребление будет из среды Израиля. Значит, что наш Бог будет убивать тебя. Еще раз. Стих 15. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасной в домах ваших. Ибо кто будет есть квасной с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. Душа та истреблена будет из среды Израиля. Наш Бог будет убивать тебя от Израиля. Если вы будете кушать, что ты хочешь, это уже все для тебя. Может быть, это не будет срочно, когда он это будет делать. Может быть, это не будет, как сказать, быстро. Может быть, будет потом или попозже. Но если вы любите себя, надо слышать. Надо слышать. Дальше. Стих 16. И в первый день да будет у вас священное собрание. И в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одна то можно делать вам. Дальше. Наблюдайте опресники, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роде ваше, как установление вечное. Наблюдайте день сей в роде ваше. Значит, что до сегодня мы должны отмечать этот праздник. Дальше. Стих 18. С четвертого дня первого месяца. С вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. От 14 дня до 21 дня вы должны что? Кушать опресники. Или как они здесь сказали, пресный хлеб. Пресный хлеб. Если вы не знаете, как это делать, готовить это пресный хлеб или опресники, надо смотреть в YouTube. Там есть видео, которое показывает, как это готовить. Дальше. Стих 12. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших.
Ибо кто будет есть квесной, душа та истреблена будет из общества израитян. Пришлец ли то или природный житель земли той? Дальше, стих 20. Ничего квасного не ешьте. Во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб. Еще раз. Во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб. Где вы будете вообще, если в Руси, если в Украине, если в Беларуси, Узбекистане, где вы сегодня, когда у вас этот праздник, должны отмечать это, как он заповедал нас в этом, как сказать, книге. Книга, еще раз, Исход, глава 12. Надо читать эти все главы. Надо читать эти все главы. Дальше. Стих 24. Храните си, как закон для себя и для сынов своих навеки. Еще раз. Храните си, значит, что храните этот праздник как закон для себя. Потому что что? Это закон. Это наш Бог правило. Еще раз. Как закон для себя и для сынов своих навеки. И для сынов своих навеки. Дальше. Стих 25. Когда войдите в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Почему мы отмечаем этот праздник? Что это? Почему это праздник? Если ваши дети будут спросить вас эти вопросы. Дальше. Стих 27. Скажите им, это пасхальная жертва, Господь, который пришел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши из Бавил. И преклонился народ и поклонился. Надо это сделать и надо научить ваши дети эти праздники. Это наш Бог закон. Это очень-очень нужно. Это очень нужно. Христианский Пасха сегодня, Христос воскрес. Нет, это ложный. Это ложный. Никогда вы можете читать, или вы будете читать от Библии, где Христос сказал отмечать, когда я воскресил. Надо отмечать это. Нет. Это не что он сказал нашим людям. Но я знаю, что он отмечал. А я буду. Мои люди, которые верят в Бога, будут отмечать, что Иисус Христос отмечал. И его апостол отмечал. Daniel of Israel United in Christ.
Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.